По-моему, мне кажется, Бонни уже наелась. Мама! Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале. Вам очень понравилось видео, где Бонька управляла нашим днем. И вы попросили, чтобы в следующий раз Бонни управляла нашими слаймами. Ну что, Бонни, ты готова? Мы уже подготовили очень много ингредиентов. Начнем с того, что Бонни нам выберет клей. У нас два вида клея, белый и прозрачный. Бонни будет выбирать каждому из нас отдельно. Сначала мне. Сегодня будет очень много вкусняшек. Сначала Бонни будет выбирать для меня. Не знаю куда. Бонни мне выбрала прозрачный клей. Давай выбираем кузнецку. Вот так вот. Все. Бонни? Можно? Иди, помой! Да, белый клей! Мой клей! Так, наливаем клей. Я эту тарелку помыла. Немного я. А у нас нету баночек. Я хочу, чтобы Бонька выбрала для меня пенку. Либо ананасовую, либо мятную. Сюда! Почему она всегда сюда? Она всегда с этой... Нет! Она чуть не съела. Она всегда в эту сторону идет. Бончик, почему? Не знаю. Нравится ей эта сторона. Может быть, она ближе. Я тоже хочу, чтобы Бонни выбрала для меня пинку. Вот такую вот ментовую, как и уже. Новая. Или моя новая. Бонни уже готова, смотри. Нет, нельзя. Так и знала. Она все время идет в эту сторону. Ну что делаем? Ну что, добавляем пинку? Я не могу. Теперь Бонька будет выбирать гель для душа. Такой кактус, такой машину. Так, Бонни, Бонни, поехали. Да что это такое? Маршмеллоу! Мне нравится больше левая сторона. Да, да, да! Я тоже хочу, чтобы Бонни мне выбрала гель для душа или бодидуш. Бонни! Вот. Давай! Ну... Нет! Ну что такое? Так, добавляем гель для душа. Теперь Бонька мне выберет скраб для тела и детское масло. Бонь! Давай, пускай. Может, ей глаза закрыть сначала? Смотри, ставь в ту сторону только то, что ты хочешь. Она выберет той стороны. То, что тебе нравится, она выберет. А здесь у меня лосьон для тела или мыло. Да. Ты еще под кровать залезь. Раз. Давай, раз, два, три. А, видишь? Она два съедает сразу. Так, добавляю мыло. Я не знаю, я что-то там хотела. Не получилось. Ну что, ребят, давайте сейчас выберем, какого цвета будет наш слайм. У меня либо бирюзовый, либо розовый. А у меня желтый, синий или черный. Давай. Черный! Черный? Так, давайте красить слаймики. Три, четыре, пять. Но он черный не будет. Он да, он будет серый. Нужно очень много краски, наверное, чтобы он был черный. Целую бутылку. Да. У меня будут три варианта. Вот снег, еще один снег и... Пластилин. Смотри, вот, вот и вот. Все. Я буду добавлять снежок, Ксюша будет выбирать следующие добавки. Это пенопластовые шарики, черный foam chunks и фишбол синий. Мне кажется, она наелась уже. Так, я засыпаю. Бонь, ты готова?
Давай, давай. Раз, два, три. Опа, ты смотри. Она сначала подошла туда, да, не взяла и пошла к желтому. А я хотела, чтобы желтый выбрал, потому что черный с желтым. Да. Убираю шарики. Следующие добавочки — это Фима. Это фишболсы и... На папину шарики. Да. Бонни уже точно наела. Зайчик. Ты думаешь, она туда пойдет? Закрой глаза. Засыпаем шарики. Вау! По-моему, мне кажется, Бонни уже наелась, девочки. Что мне кажется, мы будем делать? Ну все, заканчивается добавками, да. Бонечка, иди выбери. Опаля. Ну зачем ты туда ее пихнула? Я просто ее вперед направила. Мы сделаем еще последний один раунд, потому что, как я вижу, Бонни уже наелась. И последний раунд у нас будет из чего? Так, у меня блесточки еще тоже. Вот такие вот фиолетовые или белые. У меня тоже. Долго думает. Белые! Белые. Пачкать. Белые. Как у меня, мне тоже белые попались. Все, Бонь, спасибо, ты свободна. Все, иди, иди, спасибо, свободна. Иди спать. Мы насыпаем последнюю добавку. У меня такой девчачий слайм получается. У меня такой йоу-йоу. Это бубэ. Вау. Я какой-то зеленый. О, о. Может быть, не тот цвет, который взяла. Да, я этот. Смотри, вот черный. О! Мне надо очень аккуратно добавлять. Все. На всякий случай у нас есть. Типа, знаешь, такой Galaxy, да, получается? Да. Ты заметила? Вот. За счет блесток. И вот эти желтые — это планеты. Да. Такой девчачий. Вообще круто получился вот это. Я не знала, что так получится. Это прикольно. Красивый. Я думала, он получится серым. Маргарита. Девчачий. Розовенький, все розовенькое. Ой, какой нежный. Ребятки, наши слаймы уже готовы. И, честно говоря, они получились очень классные. У Маргариты какой-то Baby Pink, это не интересно. А у меня Galaxy. У меня получился очень большой слайм. Как вы видите, он почему-то фиолетовый. Хотя я наливала черную краску. Он очень блестящий. Тут у нас звездочки. Блестки такие, пенопластовые шарики. Короче, у меня получился слайм Galaxy. Очень хорошо тянется. Давай надуем пузырь. Давайте попробуем надуть пузырь. Ну, иди чужие назад. Смотрите. Мама! Обязательно голосуйте, какой слайм вам больше понравился. Вот здесь вот подсказочка. Пожалуйста, мой. Так, а теперь мы посмотрим на мой слайм. Он такой нежный, розовенький, тоже очень девчачий. Хорошо тянется. Он тоже очень хорошо тянется. Друррррм, бум-бум-бум-бум. Хрустит. И кликает. И кликает. Такого красивого цвета. Давай тоже попробуем надуть пузырь. Нет. Тоже очень классно надувается. Так, а теперь голосуйте за мой! За мой! Нет, за мой! За мой! Ну что, ребят, а наше видео подходит к концу. Надеемся, оно вам очень понравилось. Если да, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. А мы... Всем пока! Пока! Да не, 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 не
Чего не так?